Всемогущий, величайший герой всех народов, наций, кланов, подъездов и... Стоп, все не то, уже никто не купится на такую статью. А что если новый клип «Всемогущий» фит Моргенштерн? Ты дебил, какой Моргенштерн? Ребят, вы не поверите, какую историю я вам принес. Давай не томи, а то нам газету скоро выпускать. Короче, бухали недавно, а Серега вместо пива квас очаковский купил. Класс. Ты ебал. В общем, сегодня к вам придет репортер. Вау, а зачем? Чтобы я забыл. Ну, спасибо, что хотя бы представил меня. Отвались, где мои кексы? О, Мидори, кстати, хотел кое-что спросить. Блин, раскусили, ладно, я преемник всемогущего. Я вообще-то булку хотел попросить. Ребят, а вы, кстати, Мидорию не видели? Вот долбан, придурочный, а? А, все. Спасибо, нашла. Здрасте, Грантарина, возьмите меня. Не, меня посадят. Чё? Сука. Не, я имел в виду на практику. А, не-не-не-не, у меня и так куча дел, которые мне лень делать. Ведь не к всемогущим, пусть он тебя с ночноглазом познакомит. Всемогущий, у меня просьба. Наруто, для тебя все что угодно, не зря... ж меня всемогущим зовут. Познакомьте меня с сэром. Ага, во-первых, пошел нахер, во-вторых, пошел нахер, а в-третьих... Ладно, если я подарю вам танк? Ты пьяный, что ли? Чё, в натуре нахер послал? Ага, ну ладно, в общем, ночноглаз мужик-то хороший, главное, в его присутствии не говори. А, чё? Поздравляю, принят. А чё это было? Он просто рядом с детской площадкой живет, поэтому тишину любит. Тем временем тайное собрание опаснейших организаций. Всем привет, ребят. Хочу предложить объединение. Чё? Как он мою маму назвал? Вот вы дебилы, конечно. А может ты дебил? Странное вы, конечно, но ладно, я пошёл. Нет, это мы пойдем. Да иди нахуй. Вот и пойду. Вот. Ты иди. Вот и пойду, блять. Хули орёшь? Извини. Патрулетка из погерой. Вот и пойду. Вот и иди. Вот и пойду, блять. Хули орёшь? Извини. Патрулетка из погеройски, но скучно капзда. Тогда как насчет патрулирования Акихабары? Шеф, вы гений, я считаю. Блин. О, здоров. Кстати, вот эта вот штука немного моя. Она? А ты догадливый. Стоп, это же... Ворона, глава банды Якудзы. Если случайно его увидите, то не подавайте виду и косплейте скорость света, поняли? Дико извиняюсь, но вот до сих пор лафаете мою дочь. Пошел нахер отсюда, это девочка запривачена, блядь. А, прошу прощения, у него причуда, еблан, можно мы пойдем? Еще то же самое хотел предложить. Я иду, она в меня, потом он и вот. Да ну, нихера себе. А что он сказал? А, то, что мы ворону встретили? Уволены нахер. Да он про Якудзу. А, тогда приняты. А чем мы тут каждый раз сидим, если Айзава в общаге спит после аниме-марафона? Ну, он учует, что мы слишком радостные пришли и пизду вставит. А, ну, в натуре. Да сядьте, блядь! Айзава спит после аниме-марафона? Бля, это крыло сейчас у этого мимика, или это рука его, не помню, что это. Короче, похоже на большой палец с ногтем. Да заткнись, блядь! О, началось. Да там не копара, скоро... Да мне похуй! Всемогущий! О, началось. Да там не копара, скоро... Да мне похуй! Всемогущий! Всемогущий, да подождите вы, А, так ты что спросить хотел? Ну да, я уже об этом 15 километров кричу. А, я думал, мы в догонялки играем, так что там у тебя? Ну, у меня важный вопрос, я хотел бы узнать... Да стой ты! Ну что, ребят, как вам геройская жизнь? Хуйня. Ну, если бы мы не патрулировали только маки, то было бы неплохо. Ведь хрен поспоришь, идем в KFC. Блять. Кажется, я умираю. Кого, в тебя шестыплер выстрелили? Умер. Умираю в душе. Кажется, я умираю. Кого, в тебя шестыплер выстрелили? Умираю в душе. Фу, блядь, ебал. Благодарю всех, что пришли на собрание любителей плоских эльфиек. Сэр, вообще-то вы позвали их обсудить штурм восьми заветов. Блин. Можно вопрос, а почему мы берем на штурм двух опаснейших группировок детей? Другой вопрос. А почему ты не посмотришь будущее, чтобы составить идеальный план действий? Ну, вдруг там кто-нибудь умрет? Ну так, пусть не приходит туда, где умрет. Дайзова. Ля. Полостилась у меня, теперь у Насти. Всю мою любовь хочет получить. Мне скучно, можно домой? Слушайте, может начнем уже, а то там из девчонки лего делают. Верно, идемте и спасем ее и докажем, что без всемогущего мы тоже чего-то стоим, и нас не остановить. Так воспользуйся причудой, ебаный рот. Да блин, а вдруг умрет кто-то? Сука. Тоже пришло. Ага. Ну чё, погнали? Да, сейчас адрес... Блять, это МТС. Ладно, ребят, на счет три начинаем штурм. Раз. Быстро внутрь. Блять, дракон! Так, дальше надо будет... Вести код, который я забыл. Попробую вспомнить, должно быть что-то связанное с Якудзой. Ну-ка. Дамы, даны, дамы, йо. Сработало. Это что, песня, да? Какая? Дамы, дамы. А-а-а!
Дамы-дамы. Точно, точно, похоже. Что происходит? Я еще несколько, я точно ее интерпретировал. Дамы-дамы-дамы-йо. Сработало. Что происходит? Блять, будете в шоке, но походу причуда врага. Он может деформировать целый коридор. И че, он просто сдавит нас стенами? Конечно нет, у нас 5-й сезон анонсирован. О, в натуре. Ну а теперь мы вами займемся. Они на того напали. Тамаки, займись ими. Че? Его ж убьют. Да не. Ой, да ладно, у нас 13+. Ну ладно, на обратном пути заглянем. Как человек, ты, кстати, говно. В натуре, поставьте тебя на его место. Нормал, слушай, 16 веке тебя сожгли нахер. Ой, да ладно, это совпадение. Окей, ну и где мы? Мы в логове проповедников жужуанства. Короче, в подвале мы. Это... Блин, старость, ну опять ты... Мне 19, не орёшь, голова болит. Ладно, тогда начнем. Начнём что? Ну шо, в шоке от моей силы? Конечно, кто ждёт 30 вибромассажёр из телека? Чё? Чего? Ну шо, в шоке от моей силы? Конечно, кто ждёт 30 вибромассажёр из телека? Чё? Ай, ладно, я, наверное, задел вас, малёх. Вот тут медпункт есть. Стоп, что? Здесь? Ну да. Дальше бар, спортзал, игровая баня. А часаки меня может принять? Думаю, не, его сейчас хуярят. Фух, хорошо, что нас всего лишь разделили, они напали. Ой, не подходи ко мне. Почему? Да идите уже, блин. Хорошо, но кто помрет, тот лох. Бля, сори. Я ж не знал, простите. Слышь, колдун. Да? Слабо предсказать мою следующую фразу. Я рад, что ты жив. Почти. Пошел нахуй. О, проснулся. Пойдем, а то и жрать хочу. А где все? Ну, Киришима сломано. Он, а у жирного ничего не сломано. Он просто спал, сука. Меня спалили, а его нет. Учитель, а почему? Постоянно во второй половине сезона в больнице появляемся. Это госреклама? Я школьников на еду опускаю, как думаешь? Ну да. Стоп. О, Мидори, ты слишком часто залипаешь в воздух. А, да я думал о кабачках. Нахуя? На обед. А, слушай, Ари может отмотать тебя до придумания закона о легальности? Думаю... Думаю, не в нашу смену. Блять. Шо-то, я знаю, что у тебя экзамен на носу, поэтому желаю тебе всех их вы... Хиплан. Всем привет и добро пожаловать, студенты! Сегодня у вас будет экзамен на временную лицензию, но он, конечно же, будет необычным, так как вы примерите роль воспитателя. Открывай стену, Марию! А, я вспомнил эту серию! Пиздюк. Пиздюк, похожий на вот этого пиздюка. Вот срань, их не ёбнешь. И что будем делать? У меня есть идея. Кажется, я смогу с ними поладить. Ребята, вы ведь тоже любите Моргенштерна. Какая у вас любимая песня? У меня вот будут твои пальмы. Дед, ты чё, поплыл? Какая нахуй пальма? Как дела к новой мере, но у него крутой. Иди поспи. Кажись, здесь... Где его переиграли? Ладно, у меня тоже есть один вариант. Главное, повторяйте за мной. А ты, хули, встал, градусник ебаный! А каково это жить и осознавать, что тебе никто не даст? Съебал! Чё тебе надо, петарда, блять? Там на улице ебал нормально раздавали, подойди. Съебал! Чё-нибудь вякнешь, за компанию полетишь, понял? Понял, съебал! Красава! Только нахер ты их со стадиона выкинул, дебил! Я ж говорил, сработает. Ха, ну ты даешь, с меня-то каяки. Да, споткнулся, байза... Ёбаный сыр, что это? Сыр? А в честь чего? Я просто люблю совать в рот. Сыр. Да-да-да, я помню. Ладно, мы в столовую, а ты оем... Да, пососи марганцовку. Бля, что за херня там происходит? А, тогда ладно. Бля, что за херня там происходит? Тогда ладно. Так, стоп. Это ж было вчера. Что там за... Это всё лишь хуй сыра. Так, стоп. Внимание, ученики. Сегодня мы будем опять что-то тренировать. Можете начинать? Эй, Мидори, глянь, могу. Бля, учитель, меня Аояма на секс уламывает. Это естественно, вспомни название аниме. У нас геройская академия. А, ой, Аояма, фу. Итак, мы аниме... Марафон наконец-то окончен, поэтому я снова приступаю к занятиям. Так уж и Шахтябрь, кстати, заткнись. А, еще скоро у вас будет фестиваль. Так, понимаю, вам больше не нужен... Чё? А чё он в конце сказал? Прикинь, говорит, мать твоя еб... Чё-то идеи нету. О, а может концерт? О, давай. Такое ощущение, будто мы чё-то скипнули. Да, в натуре. Шеф, начинается! Опа, так я добестя. Всем ухайо, дорогие друзья, с вами Рейн, и сегодня у нас будет обзор на 15-й оверлорд. Да, наконец-то новый овер. Ага, хорошо, что колокол поставил. Отдай нам шалтир, мышара! Господин, похоже, у вас неприятности. Ничего страшного, я их с легкостью всего лишь скипну. И что же теперь, господин? Ну, а теперь я с вами попрощаюсь. Спасибо за просмотр.
просмотр, я вас люблю, увидимся через месяц. Блять, каждый раз как первый. Тоже чувствую, как будто наебали, да? О, Эри, ты пришла... Посмотри, что мы тут делаем. Слушай, Эри, а как насчет экскурсии? Ага, ну, видимо, ты согласна. Смотри, тут у нас идиоты. Любители гулей сау сосут. А тут у нас... Сука, и этого я кретина вспомнил. Ох, нихуя, тут у нас разврат, уходим? Ну, а тут у нас постоянно что-то ебашит. Это неправда. Ой, бля. Ясно, уходим. Баку, хоть ёб твою мать, как можно взорвать 3 барабана за день? А хули они? В натуре. Ну ладно, думаю, на сё... Хули они? Мы все. Капец, я так волнуюсь, скорее всего, точно не усну. А мне надо будет завтра сходить за новую веревку, на которую я хотел повесить. Сдернуть ау яму. Для справки лучше не стало. Так, колу Элой взял, или зачем-то другим. Шо, извините. Да, ничего страшного, пойдем, Шалти. А, погодь, Рейн? Геройка позади тебя справа, а овер слева. О, в натуре? Стоп, но там же... Паскуда. Ого, Эри, смотри, кажется, начинается. Взорвем тут все нахер! Спасибо за просмотр. Кстати, если наберете под роликом 50к лайков за день и добьете 300к подписок, то с меня 12 героев за счет заведения. А чтобы все это случилось, надо просто поставить лайк и написать любой коммент. Тогда ролик взлетит в стратосферу, и 5-й сезон я вам гарантирую. Но если не получится, 100к, в общем, тоже принимаю. Кстати, спасибо топ-донатерам, подписывайся на мою страницу, на группу ВК, делай оттуда репост ролика и получай классную уникальную роль в Дискорде. Ну, и все. Я вас люблю. Пока. Как всегда, это было прекрасно. Я вспомнил, как Аида танцевать учился. О, да. Ой, блин. Научился он, да. Спасибо за просмотр. До скорого.